Здравствуйте еще раз. Меня зовут Михаил Присяжнюк. Я являюсь директором компании A7 Conferences. Данный форум является вторым медицинским форумом, который мы организовываем в Украине. Мы создали платформу, на которой смогут встретиться и обсудить ряд вопросов как представители бизнеса, так и представители медицинских учреждений и представители государства, конечно же, потому что у нас будут представители от Министерства здравоохранения и парламент. Планировалось даже присутствие премьер-министра, но, к сожалению, он не смог сегодня приехать. Кроме украинских мероприятий, мы проводим также мероприятия и за рубежом. В частности, месяц назад мы проводили мероприятие в Тель-Авиве. Оно было, конечно, менее масштабное, но при этом не менее важное для развития международных отношений в области здравоохранения. Мероприятие было в Тель-Авиве, и посвящено оно было 25-летию дипломатических отношений между Израилем и Украиной. С украинской стороны на мероприятии присутствовали представители частных клиник, представители Министерства здравоохранения, представители посольства. Что касается израильской стороны, с их стороны также было очень много представителей как производителей медицинского оборудования, так и частных клиник. Кроме того, были представители Кнессета и Министерства здравоохранения Израиля. Поэтому получилась очень живая и интересная дискуссия. Все наши форумы транслируются онлайн и сохраняются на нашем YouTube-канале. Ссылочки на них можно увидеть на нашем сайте a7conf.com. Там можно посмотреть видео с абсолютно всех наших мероприятий, включая и мероприятия в Тель-Авиве. A7 Conferences приглашает всех партнерству, поскольку мы создаем возможность для живого общения, для живого обсуждения существующих проблем. Добро пожаловать на наше мероприятие.